Артисты театра Натальи Бондаревой в игровой форме постарались рассказать особенным детям о событиях Великой Отечественной войны. Эти ребята лучше воспринимают информацию через тактильные ощущения, поэтому участником интерактивной программы смог стать каждый ребенок. Артисты раздали всем зрителям солдатские пилотки и предложили пройти сквозь время. Как зовут тебя, боец? Савелий? Савелий. Вот, Савелий у нас легко ранен. Ну, предположим, в руку. В первую очередь раненого бойца нужно было посадить. Савелий, присаживайся, Савелий. Ребята узнали, как шло контрнаступление наших войск под Москвой, о подвигах советских солдат. А еще о том, что такое письмо «Треуголка» и «Плащ-палатка». Услышали звуки настоящего патефона и увидели, какими были телефоны военных лет. Это наши особенные детки и особенные для нашего сердца. Мы много лет уже дружим. Вот. И, конечно, я рада, что сегодня они своим маленьким, уникальным ангельским сердцем тоже прикоснуться к подвигу героев Великой Отечественной войны. Особенных маленьких зрителей объединяет организация «Мир детям». С театром Натальи Бондаревой они дружат уже больше 5 лет и часто бывают на спектаклях. Мы каждый раз приходим на представления, на елки у нас, когда она ставит спектакли, всегда мы с таким удовольствием дети смотрят, с таким восторгом. Мастер-классы нам проводили. Очень интересно. Нам с Наташей очень интересно. Программа «Сердцем прикоснуться к подвигу» не оставила равнодушными ни детей, ни родителей. Они уверены, что тему Великой Отечественной войны необходимо доносить каждому ребенку. Я считаю, что это очень значимый спектакль для наших детей. Они с удовольствием смотрят и вникают в суть его. Потому что мы как бы участвуем в парадах воденцовских. И он как-то понимает это все. Наши дети именно ощущают это. Потому что не все могут слушать долго, не все это. А когда идет интерактив со зрителем, это, мне кажется, очень хорошо. Активисты местного отделения партии «Единая Россия» поддержали спектакль в рамках проекта «Единая страна. Доступная среда». Они обратились к зрителям с теплыми пожеланиями и поздравили с Днем защитника Отечества. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».